Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в рубрике «Вьетнамские средства», «Вьетнамские снадобья» и не только они, я хочу познакомить вас еще с одним продуктом из жира питона. Но, собственно, это не из жира, а это, собственно, жир и есть. Перед этим я снимала видео о вот этих питоносодержащих продуктов. Это и масло Мотран. Вернее, не масло, а, собственно, жир питона. Еще раз покажу. И вот это масло с экстрактом Александрийского лавра и витамином Е. И вьетнамские фармацевты и косметологи разработали и еще один вид масла. Это масло питона премиум класса Тхи-Тхи люкс в объеме 100 мл. Вы видите, что он упакован в такую спреевую упаковочку, но, конечно, тут не спрей, тут просто дозатор установлен, выдавливающий необходимое количество масла. Хочу сказать, что вот он постоял немножко в таком, не совсем прохладном, но сейчас дома-то и не скажу, что прохладно, но где-то, видимо, температура была чуть-чуть пониже. И вот видите, там плавают такие, как уплотнения. То есть, если он постоял бы еще немного, он приобрел бы такую воскообразную, наверное, консистенцию. Значит, так как нормального русского перевода я не нашла данного продукта и вообще его пришлось потрудиться, тут уж буквально ничего не скажешь, и только в заслугу себе ставлю, потому что это уже чисто на вьетнамских сайтах я нашла описание данного препарата. Здесь очень корявый русский перевод, который получился автоматически, поэтому, чтобы не редактировать и не терять еще времени на этом, я не стала останавливаться и где-то мое чтение будет с запинками, с какими-то затруднениями, но постараемся как-то выйти из этого положения. Итак, жирный питон 100% природа. Можете повеселиться, слушая вот этот перевод. Ну, может быть, наверное, где-то по большей мере я к нему и буду прибегать. Итак, относится к категории товары для красоты и здоровья от природы. И производитель говорит, что теперь, когда рынок полон химикатов, продуктов нефтяного происхождения, содержит много алкоголя и консервантов, и мы действительно обеспокоены раком кожи, поэтому начали склоняться к органическим продуктам. И для этого советуют использовать вот этот питоний жир Тхи-Тхи с сочетанием и изобретательности, и знаний, чтобы помочь стать красивее, чем вы думаете. Итак, как же использовать данный продукт? Производитель пишет, что в данном случае это продукт не кремовый, но очень богат ненасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая, линолеевая кислоты и глицерин пальмиотат. А также содержит омега-3, антиоксиданты, богатые натуральными активными ингредиентами и антибактериальными ингредиентами компоненты. Также данное средство обладает сильной способностью проникать в эпидермис, способствует регенерации клеток и защищает поверхность от ороговевших клеток. Эффективно ингибирует вредный рост на поверхности кожи бактерий, содержит высокое содержание компонентов антистарения для кожи и обеспечивает кожу влагой, чтобы делать ее яркой, гладкой, сияющей и приятного вида. В медицине питон используется для того, чтобы поддержать фосфолипидный слой кожи человека. И жир питона обладает способностью восстанавливать раздраженную кожу с помощью косметики, содержащей много токсичных химических веществ. Питон обладает антибактериальными свойствами, направленными против воспалений, поэтому очень эффективен при лечении
различные этиологии угрей. Это и прыщи, и вызванные аллергии какие-то, прыщики, и травмы после прыщей, которые благодаря этому ингредиенту быстро заживают и не оставляют темных шрамов. Предназначен он для ухода как за лицом, так и за всем телом. Он придает коже гладкость, уменьшает видимое выделение масла, то есть жира, способен глубоко проникать, сокращать поры, и при этом, даже если у вас кожа жирная, он не делает ее жирнее, чем вы думаете. Питоновый жир – это очень доброкачественный продукт, быстро охлаждает кожу, поэтому при ожогах он сразу поможет нежно восстановить те процессы или замедлить те процессы ожога или обморожения, которые будут идти, и нежно начнет восстанавливать. Он содержит много натуральных масел, которые стимулируют регенерацию эпителиальных клеток, и поэтому сожженная кожа заживает быстрее. Также он прекрасно подходит для лечения атопического дерматита. Но помимо его, это не только атопический дерматит, это еще и гиперкератоз, экземы, псориазы, трещины на коже, шелушение кожи рук и ног, как тут указано, стук мозолей и размягчение сухой кожи. Но вот как бы ни было это смешно, но при сухих мозолях это тоже помогает, чтобы размягчить. Также является поддержкой при лечении растяжек, вызванной беременностью или послеродовым периодом. Помимо этого, он еще и помогает снять зуд от укусов насекомых. В качестве солнцезащитного крема может использоваться, а также быстро успокаивает загорелую кожу, лечит сухие губы, смягчает их и питает естественным образом. Также используется при постоянном удалении волос, то есть наносится на кожу после восковых каких-то процедур, если вы удаляете волоски именно таким образом. Также прекраснейшим образом это средство используется для снятия макияжа и массажа лица. Наносится непосредственно на кожу для ухода за ней, либо после уходовых процедур. И можно его на коже оставлять в течение 2 часов или даже чуть более, но затем желательно промыть водой и вытереть насухо. Может сочетаться, как тут указано, с травяными крахмалами, то есть с травяными порошками для создания масок для кожи. Например, с овсянкой, с порошком зеленого чая, с рисовыми отрубями, с порошком куркумы или мукой из красной фасоли. То, что во Вьетнаме я не обращала внимания, а в Таиланде подобного рода скрабов продается очень-очень много, и их можно разводить либо на воде, либо на молоте, либо на фруктовых соках. Но вот здесь предлагается в том числе и использовать жир питона в такой форме. Если пользоваться регулярно, можно получить наилучшие результаты. Срок хранения данного маслица 36 месяцев. Хранится он в сухом прохладном месте. Как отмечает производитель, в отличие от других видов промышленной косметики, Тран Тхитхи Люксери не дает вам красоту сразу, а постепенно восстанавливает и поддерживает вашу красоту естественным и длительным образом. Это роскошная и чистая красота от природы. Так, и вот еще что хотелось бы отметить. Так, поскольку вот этот продукт абсолютно натуральный, то цвет его может изменяться в зависимости от погоды. Но тут имеется в виду не цвет, а вот строение, сама консистенция данного средства. Как здесь указывается, если температура ниже, то, выше, то раствор будет цвета слоновой кости, чуть желтоватый, а если температура ниже, то средство станет белого цвета. В общем, если замерзнет, то, понятно, что совсем белого не станет, но вы увидите, что он как такой вощеный, застывший
желтоватого цвета продукт, но более такой плотный. Замечательное средство. Могу также смело рекомендовать его к применению. Здесь в чистом виде жир питона, но с какими-то незначительными добавочками. Вот здесь, так же, как и во многих других, на многих других коробках, продуктах, есть на русском языке такая небольшая инструкция. Основные положения здесь указаны, но перевод, надо сказать, так же, как и здесь. Перевод, видимо, с вьетнамского сайта достаточно корявый. Ну, а так, прекрасная упаковка. Подарить не стыдно, пользоваться приятно, а польза огромная. И вот на вьетнамском языке есть еще такой тут питон сетчатый. Есть инструкция. Ну, для нас, наверное, мало что даст инструкция на вьетнамском языке. Но, однако же, приятно, что средство снабжено ею. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.